вы сделали? На сокупке? У нас есть плюс, небольшая депрессия, минус и минус. Значит, я прошу всех успокоиться, иначе все сейчас сядут на место. Это было бы лучше, конечно. Все, тихонечко. Плюс, первый минус, второй минус. Третий минус. Много. Дефицит здесь, здесь, здесь. Мы с вами никогда вот это к этому уровню не подтянем. Да? Но чтобы выглядеть было, чтобы лицо стало выглядеть более моложаво, нам надо постараться вот эту сегментарность, эти три линии максимально сгладить. Мы проще можем убрать что? Орбитальную с переходом на среднюю треть. Вот это. Взять носогубку под контроль вот из этой точки, чтобы оно держалось противоположно, опускается вниз, противоположно от проблемы стороны. Потом пройдем чуть-чуть, может быть, носогубочку и самое главное, уголочек на развороте сделаем. Сейчас же вы все будете иглу делать, да? Конюля, наверное. Конюля. Нет, если средняя треть, зачем? Это будет конюля. Возьмем 27-ю. Самое универсальное, да, 27-я. Ну, здесь по уже вашему желанию. Я работаю 25-й, 27-й. Кажется, 25-я больше расходует препарат. Нет, это кажется. И вообще это заблуждение, что конюля больше расход, она более точная. Ну, если 27-25. Знаете, дело в том, что если толстая, плотная, постакне рубцы, вы 27-й не пройдете.